Ванька, ты... Это граница с Ираном. Это граница с Ираном. Этот забор вдоль Ирана. Фига себе, здоровый забор и красивая гора. Да. Это уже на территории. У них там так получилось, что все красивые города находятся за пределами Армении. Они все ли по этому поводу переживают? Не, ну что, на этой стороне тоже нормально. Или ты Но они хуже, реально. Тебе совершенно красивее. Не знаю почему. Ну вот им как-то так получилось. На самом деле, они... Там как? Главный такой лейтмотив вообще путешествия по Армении – это грусть. Сейчас расскажу про это, про самовар. Это грусть о былом величии. Они говорят, раньше все было Арменией. Вот. И печалится, что сейчас Армения самая маленькая. Говорит, ну и там везде была Армения. Очень удивительно, они умудрились поругаться со всеми окружающими соседями. Единственное, с Грузией у них более-менее нормальные отношения, потому что, как сказать, ну это единственный канал транспортный, который у них есть. У них натянутые отношения, но тем не менее они как бы с ними не ругаются.